акции Никита. Дает скидку под кольцо на 42-го. 42-й забивает. Находит скидку на 24-го. Тут третий номер. Ай-яй-яй, забивает. 2 очка, Егор. И Егор опять. Забивает. 2 очка, Егор. Давыдов, Егор. Теряет мяч опять, но может здесь быстро атаку организовать. Егор забивает. 2 очка. 6-2 у нас. Хотя бы один. На этом остановимся. Артем забивает. Первый штрафной бросок. Артем. И второй. Артем. И забивает второй бросок. Николай. Николай. Вот треха будет. Забивает. 3 очка. Николай. Очковая позиция была у него. И Таци на подборе. Забивает 2 очка. Противника. И хороший проход. Забивает 2 очка. 20-й номер. Савелий забивает от щита, от забора. Реализует ли он второй штрафной бросок? Липа забивает второй штрафной бросок. 30-й уже в атаке. Нужно быстро завершать. И Егор забивает. Два пытается прессинговать. Прессингует. И были сверху. Ой-ой-ой. Егор хотел понести сверху. Кононов. Передача за спины. Таци здесь. Забивает. 2 очка. Егор, будет ли 3? Будет. Забивает. 3 очка. 8 минут, счет 7-22. Впереди команда Дюк. Забивает первый штрафной бросок. Видова Егора. Показ, хорошее завершение. Забивает. 12 номер. Ай, забивает Артем. 12 номер Артема. Дает передачу на 33-го. 33-й Николай забивает 2 очка. И Таци у нас в атаке забивает. 2 очка. Таци. Никита. Проходит и бросает флотер, но не забивает. И тут за ним. Опять же Николай за собой подбирает. И с мячом. Передача на Журкина. Журкин в проходе. Забивает. 2 очка. Журкин. 20-й номер. Савелий. Бросает средний. Подбирает за собой. И забивает. 2 очка. И забивает Василий. 2 очка. Шелунов с мячом. Ой-ой-ой, Василий. Но Шелунов забивает 2 очка. 24-й забивает End 1. Посмотрим, забьет ли он штрафный бросок. Штрафный бросок. Мажет, к сожалению. И третий номер на подборе. Егор забивает 2 очка. Выдох. На Егора. Егор фейк и забивает 2 очка. Уже 18. Пытался сыграть в волейбол, но не получилось с него это. И тут быстрый отрыв. И забивает Егор. И перехват делает команда Дюк. В атаке Егор. Находит скидку на Егора. Дайм. Владимир с мячом. Будет реализован первый, первый. Забивает Владимир. Второй забивает Егор. 12 очков. Вот передачу на 30-го. 30-й забивает. 3 очка. Артем зарабатывает их. Молчит, то играем. 30-й номер проходит. Забивает 2 очка. Артем. Обыгрывает 33-го номера и забивает Журкин 2 очка. Атаку отдает нотация. Таций идет в кучу и забивает 2 очка Таций. 35-го это у нас Никита. Забивает Никита 2 очка. И посмотрим за игру команды Old School. Журкин с мячом отдает на Владимира. Владимир средний бросок. Забивает 2 очка Владимир.
Журкин на подборе. Хорошая передача на Таци. Таци забивает 2 очка. И Шелунов на подборе. Забивает 2 очка. Шелунов. Минута практически. Савелий будет 3. Будет! Савелий забивает 3 очка. Первый штрафной бросок забивает. Не забивает штрафной бросок первый, но, возможно, реализует второй. Второй бросок точен. Остается 50. Василий Егор забивает 3 очка от счета. Егор ставит и на подбор. Быстрая атака. Егор забивает. Давыдов. И второй забивает Артем. Егор Давыдов должен забивать. И забивает 2 очка. Филиппов с мячом. И Давыдов перехватывает мяч. Но Егор на подборе. Кочелов Егор. Или Качал, извиняюсь. Мяч. Но Артем на подборе. Тут Давыдов на подборе. Лезет в кучу и... потери делает. Давыдов Егор забивает 2 очка. И Журкин просит фол, но судья не дает. Молчит. Егор из-под кольца забивает 2 очка. В атаке Дзюк. Давыдов находит скидку на 34-го. Здесь на 2. И потеря. И Егор не забивает сверху, но забивает для себя. Напортачил. Филиппов, почему же они все к нам идут к камере, видимо, хотят, чтобы поближе их сняли, и забивает 13 номер, 2 очка. Таци с мячом, отдает на Владимира, Владимир забивает 2 очка. Чтоб не расслаблялся, и Таци в проходе забивает 2 очка, Таци, Никита. Егор находит Давыдова, тут Давыдов на 35-го. Юзин Никита. С мячом. Ой, хорошая скидка на 30 номера. 34-76. 32 очка. 42 очка, извиняюсь. 44 очка разница. Наводит и тут Давыдов. Давыдов забивает очередные 2 очка. Больше 20 очков. И Давыдов перехватывает мяч и забивает 2 очка. Давыдов. Давыдов опять на перехвате. Что делает Давыдов? И Егор забивает 2 очка. Дарминина. Давыдов с мячом. На Егора. Егор забивает 2 очка. Будет перехват от 12-го. И Давыдов забивает очередные 2 очка. 12-й Артем. Бэм! Забивает 3 очка. С мячом. Таций. И на подборе. Кирпичом в щит. Попадает и 24-й на подборе. Находит скидку на 35-го. Савелий. 3 очка. И 30-й забивает.